У нашего города течет Нева. И у Невы рот открыт на море. А на море бывает ветер. И в нашу короткую Неву, великую и короткую, воздух море раздувает водою. Всплывают мосты. Тогда они были деревянные. Всплывают баржи. Вода доходит до края набережных. Потом спокойно вливается языками в город. Пробует его на вкус. Так было в 1924 году. К нам на Маховую улицу выбросила баржу с дровами. И она лежала, как потерянная вещь, возвышаясь над вторым этажом. И это было большое наводнение. Такие наводнения уничтожают города. Только не Ленинград. Таким наводнением талантов было время революции. Собирались люди, приезжали люди. И оказывается, что их открывался рот. Каждый человек по возможности своей гениален, но он об этом не знает. Человек может пройти по канату, если бы он не знал, что он может упасть. Революция – это освобождение человеческого таланта, человеческих возможностей. Я говорю, в Ленинграде, на Маховой улице, не знаю, как ее сейчас называют, в Тенишевском училище. Для меня это место замечательно тем, что здесь я видал, как выступал Маяковский, как выступал Хлебников, как выступал Есенин, и когда Есенин и Блок выступали, то здесь сидели люди, прилично одетые, и кричали: «Изменники!». Вообще, искусство живет против шерсти. Это трудное занятие. Вы можете сказать: вот мы про Хлебникова ничего не слыхали. Это ошибка. Вы говорите «летчик», «летчица». А говорили раньше «авиатор». Слова Хлебникова вошли в лексикон русской речи. И это был человек, знающий будущее. Не знаю, может, я это говорил уже вам, слушать, зрителям телевизора. Когда-то издал Хлебников в журнале художников в 1912 году несколько страниц, которые назывались «Доски судьбы». И там перечислялись какие-то года, отделяемые друг от друга странные цифры 317. Кончалось. Нехта 1917 году. Я встретил Виктора, он же Велимир, и говорю: значит, вы думаете, что наша империя, она стояла и воды не было, что наша империя кончится в 1917 году? Он говорит: ты первый догадался.
А Маяковский в это время писал: «Я, осмеянный у сегодняшнего времени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. В кровавом венце революции грядет 1916 год. Цензура царская успела вырезать эту строчку, а потом уже выпечатали, даже поправили на 1917. Тут напротив была типография, которой печатали первые вещи Михаила Михайловича Зощенко, великого писателя, которого предупреждал Горький: «Ты еще, или вы еще узнаете мышиные зубы мещан». Его тут набирали и набрали самым крупным шрифтом, ну, корпусом. Спросили, почему? Пускай все читают, очень смешно. Это второй случай после Гоголя, когда писатель дошел до наборщика. Ну вот, тут когда-то пел Шаляпин, и поэтому это место было священно. То есть здесь мог выступать кто угодно, не думая, что он уронил свои марки. Освященное место. Тут мы выступали. Ну вот, мне сейчас 84 года. Сколько лет тому назад это было, мы выступали, ну, значит, ну, лет 60, можно сказать. Порядочно. Может быть, я, может быть, меньше немножко, а может, больше 62. Выступали так. Юрий Николаевич Тынянов, молодой тогда, Борис Михайлович Эхенбаум, у него уже была седая бородка, он уже был приват-доцент, и я. Полный зал. Я не помню, о чем мы говорили. Мы говорили о поэтическом языке, о том, что поэтический язык отличается от языка прозаического. И, например, если мы в прозаическом языке избегаем стечения одинаковых звуков, трудно, то Пушкин может писать: «Овчес, пирушки, холостой, шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой». Это установка на звук. А для чего? Когда-то Толстой писал: «Я обтирал диван и не помню, обтирал или нет. Значит, если обтирал, то бессознательно. Значит, не обтирал». Так вот, вся жизнь людей, которая проходит бессознательно, она как бы не была. И цель искусства – делать жизнь ощутимой. То, что Мандельштам называл и выпуклая радость узнавания. Вот это великое качество. И вот об этом мне пришлось спорить много. Еще не доспорил, во многом был неправ, а во многом был прав, но прав против шерсти. Обыкновенно говорили, ну все мы знаем, что в языке есть только общее. Ну вот что же, когда мы поэтически описываем вещи, что мы изменяем? Мы ее изменяем точку зрения. Почему военный совет Филин, Толстой
дает с точки зрения деревенских девочек, смотрящие с высокой печки. Почему Пушкин в описании «Взять Эрзерума» говорит, что ему сказал военачальник: поезжайте на правый фланг. А я не знал, что такое правый фланг. Его потом он увидел, правый фланг, там стояли пушки. Почему все сражение Бородино передано через невоенного Пьера Безухова? Для того, чтобы он ее увидел вне традиции, заново. Мы, художники, мы поворачиваем мир, чтобы он был видим. У нас есть слово «образ». Сложное слово. В словаре сказано «образ», «подобие». С другой стороны, говорится, ты это сделаешь таким-то образом, способом. Вот мы вводили слово «прием». Искусство как прием. Мы это взяли из античной традиции. Там прием назывался схемата. Схемата. Это жест атлета, хорошо брошенный, например, копье. Правильная схемата. В то же время искусство пользуется нарушениями обычно. Блок, который нам кажется страшно простым, в то же время говорят, что это чужое барское искусство. А это искусство романса, песни, доходящие до сердца просто. И когда поэтому Блок мог написать 12, потому что он шел в ногу с этими красноармейцами, нет, еще красногвардейцами, которые наступали. Когда пели здесь недалеко привали бродящих собаки, это в подвале, где-то недалеко, в Петербурге, ешь ананасы и ябщика жуть, час твой последний приходит в ржуй. Вот это современность искусства, вечность искусства. Маркс что говорит? Очень легко объяснить, как искусство отражает современность, как оно возникает. И очень трудно объяснить, почему оно переживает это время. Оно переживает потому, думаю я, потому что оно дает нам способ жить, способ видеть настоящее и прошлое. Какие у вас вопросы? Аудитория. Oh.
Ну вот, Ленинград. Прежде назывался Санкт-Петербург, только это никто не говорил. Слишком длинно. Говорили Питер или Петербург. Ну вот это город, обремененный славой. День сегодня февральский. Немножко пасмурный. Тут стоит Аврора, которая когда-то Маяковский назвал неласковой. Она смотрела на Зимний дворец. Я был солдатом броневого дивизиона. Наши машины в февральской революции выходили на улицы города. Ну, постреляли немножко. Противников было мало. Выехали мы к Николаевскому. Еще тогда он был Николаевским. Вокзал. Там кто-то прислал артиллерию на нас. Причем артиллерию дальнобойную. Такая, которая ничего не может делать, когда она не разгружена. Мы подъехали на броневых машинах к ним и сказали, знаете что, вы что, сдаетесь? Они говорят, конечно, мы уже давно сдались. Воздух революции был воздухом сильного ветра, времени, которое уже настало. Уже пели. Это и есть наш последний решительный путь. Революция нас гнала, требовала начинать все сначала. Потому что мы утром проснемся и построим город сначала. Те песни, которые вам кажутся слишком привычными, для нас были открытием. Мы наш, мы новый мир построим. Это было почти что программа минимум. Надо было построить науку, искусство, социальные отношения. И это была молодость. Молодость мира. Революция не экспортируется. Но молодость революции. Искусство революции переходит границы революции. А потом, значит, было уже временное правительство, был совет депутатов, а я был делегатом первого съезда от броневого дивизиона. Было это в Меньшиковом дворце, и там собрались солдаты. Почти все были в шинелях, почти все были с винтовками. Обычай уже был ходить с винтовкой. Сидели люди так. Все-таки сидели. Слева была трибуна, с которой говорил меньшевик Церетели. Очень красивый человек. Перед ним ряд первый. В первом ряду сидели меньшевики и большевики. И с краю три анархиста, а за ним толпа. И Церетели говорил о революции и говорил, но ведь в этой революции никто, нет такой партии, которая одна согласится взять на себя ответственность. Нет такой партии. И сделал паузу. Она у нас называется ораторская пауза. Значит, молчание. И вдруг негромко, не возвышая голоса, широкогрудый, невысокий человек, чуть ржеватый, сказал, есть такая партия. И поднял руку. Это был Ленин. И Церетели ошибся. Он не ожидал, что его перебьют. И, кроме того, он не ожидал, что есть такая партия, которая может повернуть течение обычной истории. Вот так я увидал Ленина. Ленину,
когда он приехал, подали на Финляндский вокзал броневую машину. И первую речь он говорил с броневой машиной на площади Финляндского вокзала. Я его видал в Михайловском манеже, но для нас это был броневой гараж. Значит, разогнали машины, посередине поставили старую машину УАД, опустили ее борты, поднялся Ленин. Он снял шапку, я вижу, человек ржеватый, с высоким лбом. С него сняли пальто, и по ошибке сняли с пальто вместе пиджак. Я увидел, какие у него сильные мышцы, какая уж широкая грудь оратора. Это был Ленин. И он начал говорить. Говорящий Ленин. Это было зрелище необыкновенное. Спокойный, вдохновенный. Площадь Крутовика маленькая, а он говорит, расхаживая. И не боится упасть. Он видит, что видит под ногами. Причем он говорит кольцеобразно. Простая мысль, более сложная мысль, еще мысль. На него смотрели снизу вверх люди, которые пододвинулись, вот так, подняв головы. Мы никогда, конечно, не увидим ни в скульптуре. Может быть, мы Ленин виден в кино. Но он был разнообразен. Вот этот оратор, великий человек, увидавший зарю новой жизни. К нему, а я потом вижу, он, к нему подошла женщина, и он встал, чтобы разговаривать. Когда я потом его видал, к нему подошел журналист, разговаривал с ним. Он встал и принес ему стул. Он вежливый человек, он профессор. Это человек, который не видит себя. Он видит окружение, которое он создает. Когда-то мой друг Борис Васильевич Казанский, его давно нет, написал речь, написал статью о речи Ленина. И говорил, что это ораторская речь Цицерона. И рассказывал, как это построено. После этого появилась статья Крупской Надежды. Надежды Константиновны. Она говорит, что Ленин каждый год читал Цицерона. И что он изучал Цицерона. Он хорошо знал греков. И она, прочитавши Казанского, увидала, как, для чего было нужно человеку это латынь. Ленин был наследником не только русской культуры, не только европейской, но и античной культуры. Вот это полнота жизни, полнота знания. Мы обыкновенно представляем себе гениев несчастными. А это неправда. Когда-то я шел с Владимиром Маяковским, а он искал рифм. Потом говорит мне, ты знаешь, что если ты когда-нибудь испытаешь истинное вдохновение и в этот момент попадешь под трамвай, считай, что ты выиграешь. Пушкин писал, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон заботы суетного света, он малодушно погружен. Молчит его святая лира, и меж людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожный он. Вот этот человек, как описано, он был счастлив. Был ли счастлив Пушкин в своей квартире? Когда мимо него ездил Николай I и заглядывал в окно,
потому что ему нравилась Натали. Он был счастлив, когда он писал Евгения Онегина, когда писал «На тысячелетие». Менделеев, про который провел горькую жизнь или монотонную жизнь, он был начальником пробирной палаты. Он был счастлив, потому что он предугадал строение атома. И потом к нему подходили известия о том, что это все правильно. Когда Ленин говорил, революция, которую предсказывали большевики, совершилась. Вот человек, который видит осуществление предсказанного, счастлив, конечно. Птица, которая летит против ветра, не маша крыльями, потому что она знает ветер. Она прекрасна и она счастлива. Птицы, которые летят стадом, причем старые летят, маша крыльями, и раскачивает воздух, а молодые в этом ритме раскачанного воздуха летят, как бы подогнанные старшими. Вот это великое стадо творческого вдохновения. Ленин был счастлив. Он был, конечно, счастливее Колумба, потому что Колумб был счастлив ошибкой. Он думал, что он открыл Индию, а он открыл Америку. А Ленин увидал то, что он предсказал. Это полное счастье. Высокий, спокойный, убежденный, грустный Маяковский тогда говорил. Мы в то время не писали, а говорили. Наш цех был говорной. Улицы, наши кисти, площади, наши палитры. Ну, вот тут жил Маяковский. Улица называется улица Маяковского. Стоит памятник, вы вот его видите. Он думал, что памятник поставит дальше, на углу Итальянской и Надеждинской. Улица Маяковского была раньше Надеждинской. А Маяковский очень любил Петербург. Там он приходил, человек, он воскресал и стоял на мосту. И говорил, был этот блеск, и это тогда называлось Невою. Он воскресал в Петербурге. Он выходил на улицу, спрашивал Жуковского, она была про итальянского, потом Жуковского. Ему отвечали, она Маяковского 1000 лет. Он здесь застрелился у двери любимой. Этот город наполнен воспоминаниями. Это город, основной город русской культуры, старой русской культуры. Тут летний сад, который много раз забивался не водой, а льдинами. И льдины снимали дубы. Потом дубы или оправлялись, или появлялись новые. А Маяковский писал, так вот и буду в Невском саду пить свой утренний кофе. Вот эти колонны, у которых Володя пил кофе.
когда говорят, что Маяковский не имел корней старой России, прежде всего, это неправда. Пушкина, например, он знал наизусть и жил Пушкиным. Но самое народное – это иметь будущее своего народа. Маяковский был, прежде всего, он знал говор. Он говорил «улица», что улице нечем кричать и разговаривать. Он вел сегодняшний день и будущий день поэзии. Я помню так, был маленький вечер, закрытый, 15 человек пришло. Председательство, жена Горького, которая была тогда ТО, начальником театрального управления. И Блок пришел, Маяковский пришел. Блок был печальный всегда, медленно говорил, как будто слова написаны на стене, и он их так читает. Он подошел к Маяковскому и говорит: мы были талантливы, но мы не гении. Вы нас отрицаете. Но у меня есть одна просьба. У вас есть в мистерии Буф рифма. Булкаю и булкаю. Она мне не нравится. Мне жалко себя, Маяковского. Вот эту рифму снимите. Потому что о булке не будут люди, которые воскресли, вспоминать и ведут новую мистерию. Видите, какое положение писателя хорошего, что он работает без отрыва от производства. То есть он работает все время. И Толстой, Блок, Маяковский, Горький. Они работают все время, и иногда видно, как он отрывается и уходит к себе, в свое измерение. Маяковский, например, он стихи писал для себя вслух. Записывал, клал в карманы, а потом неделю раз осматривал карманы и жёг черновики. Он одни стихи любил, другие стихи не любил. Петербург, и даже точно скажу, Петербург революции и Петербург художников, которые создали Петербург, он очень любил. Он был настоящий, большой, монументальный художник. Как он говорил, что его стих войдет, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Вот это навек сделанное. Значит, я расходил с Маяковским по улице. И вот разговариваем. Он говорит: теперь помолчи, сейчас рифма. Вот я перейду улицу, и она будет. Город писателей. Когда вспоминаешь, то не надо вспоминать про себя, но все-таки вспоминаешь, как мои дочки сказали раз, когда она была крошечной девочкой: как ты похожа на папу. Она вздохнула и сказала: приходится. Она была красивее меня. Так вот, приходится вспоминать о себе. Я помню,
Вот это Петербург белых ночей, разведенные мосты. Я хожу при Блоке. Молодой, сравнительно молодой, он умер не старым. Загорелый, он ходил, прогулки сделал пешком лет километров, по 15 километров. Голубоглазый, если не изменяет память, Блок. Мы говорим про поэзию, про Маяковского, про Петербург. Потом он мне говорит, а почему вы все понимаете? Вот я, что я понимаю, что я ему говорил, я не помню. Как гимназист, третьеклассник, пришел к маме, сказал, мама, я написал сочинение на пятерку. А как? А какое сочинение? Он не помнит. Он помнит пятерку. Случайно к нам приходят поезда, и рельсы груз приносит по привычке. Пересчитать людей моей земли, и сколько мертвых станет переклички. Питер был окружен совершенно. Голодали мы тоже совершенно. Топили мы своими книгами, чужими книгами иногда топили, мебелью. Я сейчас мог бы показать, как надо быстро сломать стул, даже буховый стул. Взять за угол, так его ударить одной ножкой. И вот тогда появился Кубуч, комитет по улучшению быта ученых. Я вам расскажу. Ну, тогда, значит, Горький жил на Кронбергской улице. К сожалению, этот дом изменили, что-то заложили. Зачем? Домов много. Прошлое нужно сравнивать. Прошлое нельзя уничтожать. У Горького, который любили, знали, берегли. У него была тогда цинга. И он отваром дубовой коры полоскал рот, потому что десны кровоточили. Но это был самый лучший вид горя. Ну, помирали люди. Один помрет, другой помрет. Горький приходит со всемирной литературы. Надо издавать. Надо всех. А издали вот только сейчас. Приготовили рукопись. Сейчас издают. Вот 50 лет. Надо помнить. Надо помнить, что не сегодня только надо защищать день. А день, который будет через 100 лет. И надо быть и в искусстве, и в революции терпеливым. Очень терпеливым. Ну, театр продолжал работать. Появлялись новые писатели. Пришел Всеволод Иванов. Горький мне дал деньги. Найдешь Всеволода, или найдете Всеволода, я не помню. Передадите ему. Ну, как найду? Ну, взял деньги. Иду по улице. А он рассказывал про Всеволода.
Он в горелой шинели и в бороде, и очень молодой. И около Садовой, на Невском, вижу, идет этот человек. Говорю, вы Всеволод Иванов? Он говорит, да, откуда вы знаете? А Горький хорошо рассказывает. И тут я ему передал деньги. Вот это было такое время. Время, когда, ну, свечку можно задуть, а угли, если они горят, они раздуваются. Воздух не приходит. И вот эта жизнь, эта литература, которая создавалась, эти споры, они, значит, разгорались. И сейчас очень много в теперешнем мире начато в те голодные годы. Вот тогда голодал и собирался снимать Эйзенштейн. Тогда писал Маяковский и шел к любимой и говорил, где морковинки несу за зеленый хвостик. Это были цветы. Но это было великое время. Горький говорил в то время, что наслаждается, ходя по улицам, потому что нет городовых. Нельзя за них зацепиться. И он ждал прихода чуда. Когда он прочел один рассказ Всеволода Иванова, он сказал, я так не начинал. И он сидел, ну, считая себя дворником будущего. Хорошая должность. Что придет гений, и он ему откроет двери. Вот эта вера в завтрашнее чудо. А чудо уже происходило. Он очень любил Зощенко. Очень любил Зощенко. Со мной он поссорился так, что он был прав. Была у меня книга «ЦОО» или «Письма о нелюбви». Он ее очень любил. Я ее переиздал, а там я с женщиной поссорился и переделал кусок. Он сказал, что это нельзя делать. То, что написано вдохновенно, надо за это отвечать и нельзя изменять. Осип Ивельевич Мандельштам, который ходил по лестницам Дома искусств, странным, неотопленным, неосвещенным, и читал стихи, и говорил, и стихи повторял, как любил повторять прозу Горький, пока мисс не дойдет до настоящей формы. Мандельштам читал. Оратор римский говорил, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его позвали все благие, как собеседника на пир. Вот этот пир перед приходом будущего. Искусство нетерпеливо, потому что оно справедливо. Уже пора, покоя сердце просит. Мы сделали революцию, мы считали себя правыми. Почему нет революции в Германии? И вот эта доверчивость. И что же можно сказать? Мы добежали, но мы думали, что это бег на 500 метров, а это долгий марафон. И сейчас мы бежим, и каждый шаг нужен. И мы живем, и Робинзону Крузо подобные, за каждый бьемся час, и верный пятница,
Лирическая муза в изгнании не покидает нас. Так родилась советская литература. Литература надежды, верности и твердого знания, что будущее за нами. Сократ не любил музыки. Его, значит, приговорили к смерти. Он должен был умирать скоро. А он начал учиться играть на кефаре. Ему сказали, это не время. Он говорит, а когда уже мне будет время учиться музыке? Я же скоро умру. Вот это... спокойствие. Спокойствие и обязанность все знать. Вот я вижу человека, который снимает Шостакович. А я его помню мальчиком. Мальчиком, который играл топером на Большом проспекте. Кино. И у него во время сеанса он увидал, что горит зал. Начинается пожар. И он продолжал играть, чтобы не было паники. У него обгорел конец рояля. А он продолжал спокойно играть, чтобы люди спокойно вышли через дверь. И вот этот спокойный человек. Значит, вот Горькому. Закрытые двери, все парадные в Петербурге закрыты. Ход только через черный ход. Приходит знаменитый музыкант Глазунов, композитор. Алексей Максимович распределял пайки. И ему Глазунов говорит, вот мне нужно еще два пайка, еще один паек. Мальчику только 15 лет. Горький спрашивает, он скрипач? Нет. Он пианист? Нет. Он композитор. Что талантливый. Он говорит, вот я играю его. Это первая музыка, которую я не слышу. Это он написал музыкальное объявление. Он вам нравится? Совершенно не нравится. Но музыка принадлежит этому мальчику, а не мне. Это разговор гениального человека. Что можно понять, что вот это мне не нравится, но это не только существует, это будет существовать, что, может быть, это бессмертно.
Время течет, изменяется и задает нам другие вопросы. Я не буду рассказывать, что в моей молодости яблоки были крупнее или слаще, чем сейчас. Я скажу одно, что яблоки падали по закону Ньютона, зрели от солнца, люди были счастливы и несчастливы, они по-разному жили и по-разному были нужны. И почти всех людей, которых я знал моменты счастья и несчастья. Вот то, что мы называем вариантами, это попытки понять время, понять, какой вопрос задало тебе время, не для себя, а для него и для других. Мы с вами встретимся еще раз или не встретимся, это со всеми бывает. Но я тут немножко заслонял себя с памятниками, прекрасными зданиями. Это потому, что они не прошли. Надо беречь свое прошлое, уметь удивляться тому, на то удивляться, что кажется известным. Есть хорошая сказка. Ивашка убежал от ведьмы и сидит на березе, а ведьма внизу грызет ствол, так как нас грызет мысль о том, что мы когда-нибудь умираем. А мимо летят птицы, и он говорит: «Гуси-лебеди, возьмите меня!» Они говорят: «Скажи средним». Средний проходит, он кричит: «Гуси-лебеди, возьмите меня!» И последние гуси-лебеди взяли его. И вот время берет нас тогда, не тогда, когда ему нас жалко, а тогда, когда мы ему нужны.